Всем здорово, ребятки, с вами Фабиан, и сегодня я решила побыть каким-то невероятным алтфагом и поиграть в третью Соньку. Я выбрала GTA, у меня есть мужик и у меня есть баба. Так, ну короче, погнали, сейчас разберемся. Так, я вообще не помню, как в это играть. Смотрите, так, у меня вот тут мужик, он странный, он лисица. Но я хочу переключиться на бабу, потому что у мужика у моего слишком... О, крадется. Потому что он слишком сильно качан уже, и это не круто, и я играла очень давно, наверное, последний раз... Не знаю даже, вообще, наверное, месяцев 8, может, назад. Может, даже больше. Хрен его знает. И я хочу переключиться на бабу, но я совершенно не помню, как это делать. Джойстик, ты такой непривычный, вы только посмотрите на него. Вот, выбрать другого персонажа. Выйти из сессии, да, давайте, я хочу. Вот, смотрите, у меня мужик 85-го левела, а баба 11-го. Вот, давайте скатаем за бабу, да? Да, давайте скатаем за бабу. Если вдруг, кстати, у кого-нибудь на третьей Соньке есть GTA-шка, то давайте будем заходить и играть вместе. Только вы напишите, пожалуйста, под этим видосом в комментах, есть ли у вас на третьей Соньке GTA-шка, есть ли у вас вообще третья Сонька, и есть ли GTA-шка. Там кто-то разговаривает, там русские. Какая неприятность. Какой кошмар. Блин, а можно их как-то замьютить, нет? Блин, не, надо как-то замьютить их. Как замьютить их? Я не хочу их слышать, мне не нравится. Да как их заткнуть-то? Я не могу, они трепятся постоянно, меня бесит. Бомбит просто, да чтоб вы там, блин, все... Как их заткнуть? Придется гуглить, я не могу, меня бомбит слишком сильно. Так, чат, все, банда, друзья. Никто! Нет, мне нужно никто. Вот, да? Кажется, я смогла. Ура, аллилуйя, они будут молчать, это просто волшебно. Да? Да. Ой, потрясающе. Так, тихо, я не помню. Это моя тачка? Да, да, моя. А что за тачка это? Что это такое? Давайте поедем в гараж. У меня в гараже до хрена волшебных машин должно быть. Но я не уверена. Так, карта, как это все делается? Где мой дом? Где мой дом с гаражом? Вот это он? Да, похоже, это он. Я очень здорово вожу в этой игре. Поэтому вы не удивляйтесь, если у меня взорвется машина несколько раз, пока я буду ехать до дома. Ой! Ой, бабах! Что-то бумкнуло. Почему-то я нормально вожу в жизни, но тут это просто нереально. А почему у меня машина такая говняная? Или это она как бы хорошая, это считается? Я уже забыла. Я слишком давно не играла. Так, мне давайте... Ой, отбойник. Нехорошо получилось. Да-да, должна вот тут вот где-нибудь. Какого хрена? Это жестко, я очень давно не играла. Я не помню, как вообще, что управление, не управление. Почему оно неприятного зелено-матового цвета? Какого-то болотно-облевочного. Это тренд сезона, болотно-облевочный цвет. И если подобрать сапожки и тренч болотно-облевочного цвета, вы покорите любые горизонты. Так, тихо, подождите, у меня гараж. Вот это, кажется, он, да? Нет, это не он. Где мой гараж? Ой, фу, а что у меня вообще с машиной произошло? Посмотрите, какая она омерзительная. Знаете, есть такая ткань неприятная, вот типа, которая хамелеонит. У зонтики часто такие бывают мерзкие. Вот примерно такая гадость. А где гараж? А, гараж левее, да? А, вот он. Сейчас мы заедем, сейчас, сейчас. С 18-й попытки я должна заехать в гараж. Да? Да? Откройся! Нормально, мы заехали. Хорошо. Сейчас вы увидите мои царские машины. У меня должно быть их много. Нет, у меня их всего 3. Говно. Посмотрите, какая она красотка. У нее разбита рожа вся просто в хламину. Мне кажется, фара выпал. У меня что, сперли фары? Почему у всех Porsche всегда прут фары? Никто не замечал, что Каены во дворе стоят, когда они почти все без фар и там и скотчем заклеены. Почему всегда нет машин, когда надо, чтобы они были, а их нет? Стой, 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 тормози, тормози. Говно ты собачье. Вот тут какой-то джипик страшненький. Что это такое? Какой-то гелик? Добрый день. Слышали его голос, да? Хипстер, отвали. Я еду продавать твою тачку. Ой, не покоцать бы. Так, тихонько, тихонько. Да что же он так говняно управляется-то? Сейчас мы... Аккуратненько. Вот, это было аккуратненько. Видели, да? Давай, заезжай. Добрый день. Мне надо продать вот эту... труповозку. За сколько? О-о-о, за 7 тысяч, да, конечно, забирайте это говно. Оно мне не надо. Да, все, продавай. Продайся. Продалась. Все, у нас есть 7 косарей.
Волшебно, плюс 7 тысяч. У меня на руках более пятерки, значит, все будет плохо. Так, подождите, перестрелка. Блин, а чё все таких лютых уровней? Почему я одна в говне? Нет, сори, ставку я, наверное, не буду делать. Оп, давайте посмотрим. Сова, долбоёб, прозрачный чувак, мистер невидимка и я, да? Все, больше никого нет. Я не помню, как играть. Пистолет, да? А мы тут каждый сам за себя или это командное говно? А! Я не помню, как играть. Ой, чувак сдох. И я сдох. Говно, 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 говно. Ха-ха. Черт. Ой, это плохо. Это, блин, каждый сам за себя. Я ненавижу это. Это очень плохо. Подождите, вот здесь есть баллон. Я хочу стрелять в баллон. Вот в этот. Бабах. Нет? Нет, не бабах. Давай, сдохни. Я, блин, он сдох, и я сдох. Тут еще баллон. Я хочу расстреливать баллоны. Это веселее, чем просто игра. О! Там у кого-то чё? Чё у него там? Чё у него там? Господи. Где он? Вот он. Сдох? Готов. Ёпта, все горит. Блин, тут раньше что-то так не горело, все дико. Блин, мы можем вот туда как-то пролезть, нет? Ой, не можем, ой, плохо. Он сюда остается. Слишком долго. Хорош. Ой, плохо. Ой, блин, сыкотно как-то. Так, хп нормально, все четенько. Так, вот здесь бы никто не заспаунился. Бы. Ой, стрём. Так, тихо-тихо. Скотина! Чё вы творите? Чё вы творите? Ой, плохо, меня сейчас завалят, пока я буду бежать, да? Что это за дымок? Чё за дымок? Кто меня бьет? Ты скотина! Падла, паскуда! Повидло! Перезаряжай, перезаряжай! Да блин! Нет! Башко! Да что? Это плохо, ой, плохо! Нет! Блин! Где все? Все, короче, сейчас все отхватят. Где все? Нет! Что это было вообще? Что это было? Что, где? Ага! Ага, сейчас! Ёпта, перекат! Он тут устраивает, сволочь мерзкая. На, ёпта! Отдохни! На! Ай, дерьмо! Вот этот ублюдочный, он вообще в полной броньке, по-моему. О, вот тебе на! Ёпта, ёпта! Где, где? Кто-то куда-то стреляет. Плохо, плохо. Тихо, сейчас. Давайте вот тут встанем. Кто здесь заспаунился? Да блин, да дура. Автоприцел обосранный. Алло, извините, пожалуйста. А! Привет, чувак. А, нет, блин. Ой, он так и бегает прозрачным. Человек-невидимка, что с тобой не так? Ой, денежки, денежки, я пойду пособираю денежки. Вот этот меня бесит прям очень сильно. Он сдох? Он сдох. Я убил его второй раз. Мразота, ой, мразь. Так, вот этот вот тоже. Ты, чувак, зря здесь бегаешь. Ой, перезаряд. Нет, 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 нет. Нет, плохо. Только баллон бы еще этот сраный не взорвался здесь. Где? Да какого черта? Что вот, блин? Да сдохнешь, нет. Ой, блин. Перезаряжай. Нет, да он задолбал. Какого хрена? Да твою ж мать, да что у вас там за пушки такие? Да вы охренели, что ли? Сдох? Сдох. Вот он, вот, да твою, один просто с одного выстрела. Да! Уровень повышен, лавкач, трюкач. Волшебство. Так, тихонечко, тихо. Ой, чувак, привет. Да блин, с одного, да как? У него, что там у него вообще за пуха? Что, шутите, что он снайперкой что стреляет? Говно, гнида. Уроды! Тихо, тихо, тихо. Деревянная стена, она вообще меня спасет от чего-либо. На, ёпта, отдохни! Нет! Блин! Бесит! Да какого хрена? Стер с лица земли! Нет! Плохо! Плохо! Это! Боль! Да блин, сдохни! Невидимка! Такое ощущение, что я насквозь него, блин, стреляю из-за того, что у него маечка прозрачная. Пригнись, прижмись! Нет, 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 нет! Свинья! Откуда? Откуда хп столько у людей? Ой, стой! На, ёпты, мразь! Убийство из мести! Хо-хо-хо. Да нет! Да нет же! Да! Как? Вы видели вот это вот сквозь стену просто? И он прошел прям здесь! Это какое-то читерство! Прижмись! Он прям тут, да? Заспаунился просто в неуточном месте! Да сдохни! Ура! Ой, нихрена, у меня был шарк! Ой, это жестко, это жестко! Это слишком серьезно все. Сдохни. Готов, ёпт. Тихо, тихо, нет. Это плохой угол, да? Или нормальный? А где тут чувак? Я не понимаю. Он за углом за каким-то, не тем. Вот он. Да сдохни. Обсос. Короче, вы меня задолбали. Ать.
Да, блин, давай! И сдохла. Она так замедленно упала. А, где все? А что, если я на баллонах взорвусь? Будет весело, нет? Так, вот тут этот дебил, и он меня слышит по-любому. Он вот тут, да, где-то стоит? А у меня ни хрена не... Вот он, вот опять через стену видно. И он, наверное, нас видит через стену. Плохо, плохо. Все, сейчас. Мы должны разработать какую-то невероятную стратегию, да? Стратегия хорошая, да, получилась? Веселенько. Меня так бесит, когда вот прям вот тут вот они вот появляются. Нет! Привет. Как дела? Молодец. Сдох. Привет. Какой дробаш, какой дробаш? У меня закончились патроны, какой дробаш. Ой. Давайте пистолет хотя бы возьмем. У него как-то дальность хоть чуть-чуть побольше. Стой, чувак, стой, подожди. Стойте, да вы вдвоем дебилы. Вы это видели, да? А, красавцы. Ой, дерьмина. Нет! Да! Я не успел отбежать! Что это было? Что? Чувак, давай не будем друг друга убивать, подожди. Блин, а что если, короче, правда не убивать друг друга? Ну, никто не согласится. Так, стой, стой. Нет, ты, молодец. О! Нет! Да блин! Нана! Ха-ха-ха! Блин, опять сдохла. У нас осталось 3 секунды, все, да? Нет смысла уже сейчас ничего делать. Не успела. Вы финишировали 5-м из 5, наверное, да? Убить не менее 5 врагов выстрелами в голову. О, ну у меня даже задача выполнена. И мне дали 3800. Не, ну нормально, нормально. И, наверное, ребят, на этом мы с вами сегодня остановимся, потому что вот такой пробный видосик по GTA-шке. Не знаю, понравится вам или нет, но это было довольно весело. В общем, если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и друзьям еще рассказывайте, и вступайте в группу ВКонтакте, и пишите, пожалуйста, в комменты, есть ли у вас вообще Сонька 3 с GTA-шкой, чтобы мы могли поиграть с вами вместе. Огромное всем спасибо за просмотр, с вами была Фабиан, счастливо!